хочу сейчас вам представить один из направлений проекта авторской песни «Маяки любви» – дуэт «Эмоции». Кто же такие дуэт «Эмоции»? Это сестры Светлана Кудрявцева и Ксения Новикова. Они только недавно придумали этот проект. Проект возник около 5 лет назад, благодаря совместному творчеству Светланы Кудрявцевой, которая пишет музыку, и Ирины Новиковой, автора текстов и по совместительству мамы этих очаровательных девушек. За эти годы написано уже около 70 песен, среди которых есть фольклорные, эстрадные, патриотические песни, романсы, произведения на английском и французском языках, детские песенки. Организаторы проекта сотрудничают с другими исполнителями, авторами, устраивают творческие встречи и квартирники. Итак, дуэт «Эмоции». Я хотела бы сказать, что сегодняшнее наше выступление мы хотим посвятить своей маме, Новиковой Ирине Михайловне. Она является автором текстов многих наших песен, большинства наших песен. А еще она великолепно читает свои стихи. Я надеюсь, может быть, когда-нибудь вы услышите. Также как поет. Называется песня «Дружить». Но она не о дружбе, а о потерянной любви. А слова Ирины Новикова, музыка Светлана Кудрявцева. Исполняют Ксения Новикова, Светлана Кудрявцева. Тогда готова
гордость. И она о гордости. Текст Ирины Новикова, музыка Светланы Кудрявцевой исполняют Ксения Новикова, Светлана Кудрявцева.